Итак, уважаемые наши друзья, наше выступление города Медногорска подходит к своему такому логическому завершению. Мы хотим пожелать вам прежде всего добра. Потому что, когда все по-доброму, тогда все хорошо. Осень в мокрых объятиях сжимает мой маленький город, заставляя одеться теплее озябших людей. Возвращаясь домой, они плотно задернут все шторы и закроют глаза, и уснут, и проснутся взрослей. Кто-то прямо из дома закажет такси до вокзала, свежесваренный кофе, чтоб быть на работе бодрей. Я сегодня хотел, чтобы, выйдя из этого зала, каждый стал хоть на миг, но счастливей, а значит сильней. Утром проспав, убежит кое-как на работу. У кого-то на зависть другим в этот день выходной. Кто-то с прошлого года найдет в старой книге банкноту, ну а кто-то займется с утра скандинавской ходьбой. Кто-то прямо сейчас решает начать все сначала, кто-то выйдет из дома, не взяв от машины ключей. Сегодня хотел, чтобы, выйдя из этого зала, каждый стал хоть на миг, но счастливей, а значит сильней. В этом городе музыка льется потоками света, барабанит по крышам, по окнам и падает вниз. Своего пьедестала мы почти разучились любить, мы становимся злее. Я сегодня хотел, чтобы, выйдя из этого зала, каждый стал хоть на миг, но счастливей, а значит добрей. Дорогие оренбуржцы, город Медногорск благодарит вас за то, что вы сегодня. Благодаря вам мы поем, мы творим, мы становимся добрее. Я сегодня хотел, чтобы, выйдя из этого зала, каждый стал хоть на миг, но счастливей, а значит добрей. Каждый стал хоть на миг, но счастливей, а значит добрей. Медногорск, Юлия Руденко, Александр Яковлев, Елена Блиных и Николай Блиных. Дорогие друзья, а на следующей неделе вас здесь же будут ждать коллективы из Ташлинского района. Лето в парке продолжается. Спасибо огромное, друзья. Спасибо.